Помню, случай был. Помню, случай был. 2014 год. Приехали с Москвы, с Смоленска, все члены Союза писателей. Меня в столовую не пустили. Тут только члены. Члены. Обедают, ужинают. Ну, меня все-таки потом запустил и посадил этот там за стол Николай Дорошенко, зампредседателя Союза. И там мне кричат: нельзя, тут едят только члены. Члены. И Смирнов, падлы, там все сидели. Ну, тут только члены обжираются. Не люблю вот такой город. Они друг друга обсирают, блядь. Творческая интеллигенция не похожа на творческую интеллигенцию. И как это я сказал? Тут не только члены. И ни одного влагалища. Все великие русские поэты сидят. Все великие русские поэты в великом еврейском городе Смоленске. Все великие русские поэты, члены, которые не написали, блядь, ни одной песни. О, это великие, у кавычках, блядь. Сейчас вот это членство в Союз писателей берут всех подряд. Гигантов мысли, блядь, в кавычках. Всех подряд берут, блядь. Издал книжечку, на газете написал там, блядь. Туда. Уровни Исаковского. Ну, Катюша, ладно. Пророк Сонбой, Сонбой, Остров. Ого, миллион просмотров. Остров, Смоленский. Вовсе такого нет. Вот тебе и члены, блядь, которые ничего не делают. Сидят, напердят в комнате в одной все. Что-то обсуждают там. Поэты должны песни писать, стихи делать, песни писать. Они сидят, только обсуждают в пердеже своем.